Принцесса пришла, Элис, Оливия. Все детки проснулись. Теперь дружно идем в туалет. Как приучить щенка к туалету? Каждый щенок до 6 месяцев не может контролировать свои потребности. Физические, да? Или физиологические, как это правильно сказать. Но они идут на запах. У нас лежит пеленочка в определенном месте. И они, конечно, знают, что здесь пеленка, сюда надо ходить в туалет. Вот так вот детки проснулись, пошли, сходили, пошли резвиться дальше. Дим, убери зарядку. Наш мальчик Харли Дэвидсон. Харли Дэвидсон предлагается. Также маленький побежал Оливер. Оливер тоже предлагается. Мальчик шоколадный триколор Хант и Муджин тоже предлагается. Ну так вот малыши просыпаются, залазят на руки. Наша принцесса. Принцесса зарезервирована. Девочка Милли тоже предлагается. Девочка Элис тоже предлагается. Это мама. Ева. Деток. Харлейчика, Ханчика, Элис и Оливия. Вот так вот. Мы теперь пойдем по-большому. Так вот, когда просыпаются, если я сажусь на пол, все на меня. Ну, все на меня. Что, пойдем кушать?